Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет отличный порт игры под названием Hitman Blood Money. Это, ребята, пожалуй, самый лучший порт на Android именно этой компьютерной игры Hitman Blood Money. Ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще имеется. Так, здесь идет у нас представление этой игры, давайте посмотрим. Так, вот, смотрите, игра EO Interactive. Йо-хоу, как все-таки круто. Что дальше? Так, дальше что? Можно и посмотреть, в принципе, да? Можно, в принципе, коснуться экрана и пропустить, но можно и посмотреть. А можно и вот так вот и коснуться, и пропустить. Мы коснулись, ребята. Если вам интересно, что там происходит, вы можете ее скачать бесплатно, ребята, по ссылочке в описании, почему бы и нет. Если вы играли в эту игру на компьютере, то почему бы и не поиграть в нее на телефоне, либо же посоветовать друзьям, что типа вот есть Hitman Blood Money на Android. В настройках у нас графика стоит максимальная, музыка отключена, кадровая частота 60, тень высокая. В общем, ребята, максимальные настройки. Игровые режимы пока что, ребята, недоступны, места назначения пока что недоступны, избранное. Здесь у нас что? Магазин пока что тоже недоступен, достижения тоже недоступны, профили, ребята, тоже недоступны, но все же в скором времени, я думаю, что это все будет доступно. Режим контрактов тоже недоступен, игровые режимы тоже. Сюжет, ребята, здесь у нас как бы есть три карты, где мы сейчас с вами можем поиграть. Первое — это убежище, второе — это жертва обстоятельств, и третье — смерть шоумена. Можно выбрать, ребята, любой и играть. Давайте выберем смерть шоумена, почему бы и нет, и посмотрим, что будет происходить, ребята, здесь. А что-то я не понял, что-то... Опаня, оказывается, пока что работает только убежище, да? Просто я думал, что можно поиграть и на тех картах, но, к сожалению, нельзя. Это вроде бы свежий билд. Также, ребята, в описании будет ссылочка на официальную группу ВКонтакте разработчиков этой игры. Поэтому, если вам интересен этот проект, вы можете, ребята, перейти по ссылочке в группу, да, и следите за новыми обновлениями, что будет дальше, когда обновление, что будет в обновлении, и все, ребята, в этом духе. Ну, а так, на высоких настройках все выглядит прикольненько. Можно пострелять, наверное, да? Да, вох, нифига себе, еще какие-то там эффекты происходят. Прикольненько, прикольненько. Но что-то, ребята, стрельба у нас не такая, в принципе, стабильная почему-то. Может, я что-то делаю не то, ну, вроде нажимаю как надо. А, вот, даже... Ну-ка, а звуки есть? Сейчас. Ага, есть. Все. Настрелялись. Патроны кончились. Есть, ребята, кнопочка, чтобы бегать. Так, вот это вот карта убежища. Ну, блин, хотел поиграть на другой карте, но вроде она, ребята, не загружается. Нажав снова же на эту кнопочку, мы перестаем бежать и идем. Так, ну здесь же есть патроны, давай, бери эти патроны, бери. Возьмите, вот, взял? Нет? Не взял, ребята, он. Здесь также вверху написано, чтобы проверьте управление, чтобы мы проверили управление. Но я вроде проверил, все работает вроде стабильно. Так, здесь у нас дверка не открывается, да? Не открывается дверка. Но все же, вы должны понимать, ребята, что это не то, что сырой проект. Да, можно, в принципе, назвать сырым проектом, потому что здесь еще много что не доработали, но все же игра находится в разработке. Поэтому повторюсь еще раз, если вам интересен этот проект, вы можете подписаться в группу ВКонтакте разработчиков этой игры и просто-напросто следить за новыми обновлениями и просто следить. Так, возвращаемся назад. Я нажал кнопочку возврат, так как здесь нету паузы, да, чтобы мы возвратились в меню, поэтому я нажал на свою клавишу и сюда вот возвратился. Жертва обстоятельств. Это вообще, ребята, видео. Вот здесь... вот здесь все немножечко непонятненько, да, вот смотрите, на убежище эта компания появляется, жертва... обстоятельств — это вообще какое-то видео, а смерть шоумена — это и есть смерть шоумена, понимаете? Поэтому пока что вы сможете поиграть только в убежище. А также, ребята, пожалуйста, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну, на этом все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока!